сейчас на ваших глазах, друзья, произойдет слияние. Слияние, друзья, да, тот самый Head and Shoulders. Именно так будет называться эта совместная группа. Хотя на самом деле она состоит из двух, точнее из четырех участников, а если из пяти, неважно. Главное, что часть этого коллектива — это известный вам моральный кодекс. А другая часть коллектива — это Федор Досумов, Антон Давидянц, Impact Fuse. Два в одном. Сейчас, вы понимаете, нам нужен живой концерт. Сейчас Федя возьмет свою гитару. Можно я просто про них добавлю? Послушаем. Я участвовал с ними в одном концерте, они меня приглашали, ребята. Я, конечно, был совершенно поражен уровнем. Я сказал, что, ребята, вам надо ехать на фестиваль в Монтрео. Ну, серьезно, я три дня ходил, просто схватился за голову. Так они играют. Итак, друзья, очень еще здорово. Раз. Impact Fuse. Два представителя здесь. Моральный кодекс. Два в одном. Здесь, на концерте, посвященном 50-летию Николая Девлет-Кивдеева. Are you ready? I can hear you. Are you ready? Come on! Thank you.
знаю все из детских снов. Границы грез раздвинет дым, я стал иным. Поздравлять Николая, проделал долгий путь в жизни.
600 с чем-то километров. Откуда он? Санкт-Петербург, конечно. Итак, встречайте, друзья, лидер группы «Неосфера» Марк Полухинский. Марк, пожалуйста, тебе слово. Я еще раз хотел бы поздравить Николая с юбилеем. Для меня сегодня большая честь выступать на этой сцене. Действительно, с легендарными музыкантами. Большое всем привет из Санкт-Петербурга. Спасибо. До синей флаги. Песня про женское тело. Девайте.
тайна женского тела. Галстук, остаточный страх, но любовь исчезает, как сахар в голодное время. Если ты не в себе, то она пусть уходит туда, где как пустое тело. Слезы женского тела. Женского тела. Дорогие друзья, небольшой секрет. Дело в том, что Николай изначально учился играть на балалайке. И сейчас Моральный кодекс выступит с оркестром балалайщиков, друзья. Давайте поаплодируем этому замечательному событию. А первым рядом со мной вот стоит... Не просто так, это человек, первая электробалалайка в мире. Денис Павлов, пожалуйста, ваши аплодисменты. И под его руководством сейчас будет выступать оркестр балалайщиков. Ну а под руководством сегодня Николая Девлет-Кельдеева выступает Моральный кодекс. Ваши аплодисменты. Thank you.
где-то на окраине Москвы пела лето о своей свободе. Облака на синем небосводе отражались в зеркале реки. Где ты листаешь закаты, целуешь рассветы? Где ты прозрачное небо и синий простор? Ты была тогда совсем другой, летний луч искрился на ресницах. Ты была в душе свободной птицей, я был вольным ветром над рекой. Тихо за окном течет вода, серый дождь с утра стучит по лужам. Если б знала, как ты мне нужна, не забыть тебя мне никогда. Где ты листаешь закаты, целуешь рассветы?